Женщину нельзя оскорблять и говорить ей что-то плохое, что касается ее внешнего вида. Не смейте этого делать, не ломайте эти бедные души человеческие. Они хорошие, правда. Не нравится вам, знайте, чем красивее женщина, тем больше муж зарабатывает. Во многом красота зависит еще и от того, что мужчина может предложить этой женщине. Он может ей предложить спать дольше, у нее будут глаза красивые. Он может ей дать возможность одеваться красиво, она сможет конкурировать рядом с другими женщинами. Он освободит ее от детей, она больше начнет заниматься внешним видом. Вы же поймите, женщины, они преданные. Женщина, она преданная, потому что она должна быть по природе, эволюционном таком, в эволюции людей, она должна быть преданной. Почему? Женщина предана, и это особенность ее. Если бы женщины с легкостью предавали, то тогда они бы могли во время рождения ребенка с легкостью его предать, и мир или поколение людей на этом бы закончилось. Не смогли бы рождаться люди. А так женщина, она верна своему ребенку, она верна его вскармливая, она верна и в тот момент, когда он растет, это по-честному, это верность, понимаете? И поэтому женщина, несмотря на то, что там плохой мужчина, хороший, и даже несмотря на то, что очень часто это не самые лучшие представители общества людей, эти мужчины, они все равно остаются верными, они душой остаются верными и так далее. Но они верные женщины. Неверные женщины — это те женщины, которые понимают, что они не нравятся мужчинам. Женщина только одного хочет. Она хочет постоянно нравиться своему мужчине. Она хочет только одного, чтобы он в ней признавал ту женщину, которой можно восхищаться, и ту женщину, которую можно любить. Конец. А секс? Ну а что секс? Секс — это потом. Секс — это потом. Будет восхищение, будет у вас полно секса. Не будет восхищения, не будет не полно.